Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Иванов Олег, и я преподаватель по хип-хопу. Дорогие друзья, чтобы вы не заскучали дома, мы с вами выучим сегодня танцевальную связку. Поехали! Так, дорогие друзья, чтобы начать нам танцевать, нам нужен с вами кач. Поехали! Поднимаем правую ногу и две руки наверх. Раз, опустили вторую ногу, два, опустили и два раза правую ногу, три и четыре. Делаем тоже с левой ноги. Раз. И два, и три, и четыре. Поехали дальше. Прыжки. Мы делаем прыжок. Раз. Руки обязательно в диагональ. Приседаем и делаем удар. Два. В другую сторону. Три. И четыре. Очень важное условие. Приседать и выбивать этот момент, да, чтобы у нас был кач. Соединяем. С правой ноги делаем кач. Раз. И два. И три. И четыре. С другой ноги. Пять. И шесть. И семь. И восемь. Поехали дальше. Прыжки в диагональ. Раз. И два. Три. И четыре. Окей. Получилось. Пробуем полную ногу. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. И четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Раз. Два. Три. И четыре. Получилось? Молодцы. Продолжаем дальше. Следующее движение. У нас running man. Правую ногу наверх, колено к себе и делаем соскок на левой ноге. Раз и спрыгиваем вниз. Два. Обязательно условие, чтобы был кач. Другая нога к себе левая. Три и четыре. Дальше правая опять. Пять, шесть, семь и восемь. Отлично. Идем дальше. Мы делаем прыжок на правую ногу вперед. Раз. Шагаем. Два, три, четыре. Делаем все с самого начала. Соединяем. И раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре. Running man, бегущий человек. Пять и шесть и семь и восемь. И идем дальше на шаги. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Чтобы это движение у нас выглядело очень крутым, нам нужно прогнуть немного спину назад. Во время шагов. Прогнули, 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 выросли. Как это движение выглядит на профессиональном уровне? Воу, эй, эй, встали. Окей. Круто. Соединяем с самого начала в полную ногу. 5, 6, 7, 8. 1, and 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. 1, 2, окей. Двигаемся дальше. Следующий элемент, да? Мы делаем тоже с прыжочками. Левую ногу к себе. И делаем соскок, прыжок. Раз. Два. Три. Теперь правая нога. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Окей. Пробуем еще раз. Левую ногу. Раз. Прыжок. Два. Правая нога. Три. И четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. И следующее, что мы делаем, скрещиваем ноги и делаем поворот через левое плечо. Воу, ставим руки наверх и соединили круто. Должны показать. Угу. Отлично. Пробуем с самого начала медленно, а потом на быструю руку и на быструю ногу тоже. Поехали. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Прыжки. Раз, два, три и четыре, пять, шесть и семь и восемь. Пришли. Шаги. Раз, два, три, четыре. Левая нога к себе. Пять, шесть и семь и восемь. И ставим. Крест-накрест. Поворот. Руки наверх. Соединили круто. И именно с этой танцевальной связкой вы порвете всех.